Я рада, рада, счастлива, что мы сейчас пойдем в русскую церковь в Женеве. Ура! Какая красота с камерой туда, вот туда наверх. Вот какой человек. Вот оно, вот оно. Да. И мы одни, как всегда. Только Бог знает. Вселенная все слышит. Начало проекта «Пространство мудрости» освещается в церкви. Благодарю, 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 благодарю. Точно говорит. Может быть. Да. Она уже давно не приезжает сюда. Вот я вам точно говорю. Это Софи Лорейн, да? Софи квартира. Просто чувствую ее. Я не знаю, какой дом. Я ее видела лет 8 назад, а в аэропорту мы с ней. Она прилетела, я прилетела на место. И она так спокойно выходит, одна, медленно. Без всякого так вышла, пошла, села в такси. Да ладно? Да. Даже представить даже себе трудно. Нормально? И Полип Фарфоров, 7 телохранителей, 13 медведей, 16 чепей вокруг. Ну, я не знаю даже, кого сказать, ну, кого назвать, вернее. Боже мой, ну, кто был мужем Анджелины Джоли, крестной дочери моего мужа Максимилиана Шелла, как его звали? Брэд Питт. Брэд Питт, пожалуйста, один где хочешь. Пожалуйста, идет, нет никаких проблем. Никто не выпендривается. Джонни Депп вообще без проблем. Люди ходят, здоровают. А Жерар Филипп, нет, не Жерар Филипп, Депардье вообще обожает в Париже выходить из своей маленькой смарт-машинки, и все люди сходят с ума, и он такой со всеми «Бонжур, бонжур, бонжур!» разговаривает. Вот вам старый город Женева. Мы поехали во Францию. Пока! Мэри Поппинс! Оу! До свидания! До свидания! Мэри Поппинс возвращает! Со святой крещенской водой. Добро пожаловать. Спасибо. В пространство мудрости.